Банты, портфель и форма куплены. Маленькая Лиза к школе готова. Несмотря на врожденный диагноз ДЦП, девочка будет учиться вместе со здоровыми детьми. Ее мама Ольга рассказывает, Лиза – ребенок активный и любознательный, любит чтение и русский язык. Сегодня девочку поздравляют с грядущим Днем знаний. Детей надо социализировать. Мы, в принципе, в своей жизни не очень часто куда-то ходим. То есть у нас вся жизнь – это какие-то реабилитации, занятия с детьми. И, по сути-то, детство у них такое, то есть они его не видят. В прямом смысле слова, то есть это больницы, какие-то санатории, вот. А такие праздники им просто необходимы. Акция «Внимание! Первоклассник» проводится в городе уже 15 лет. Концерты и развлекательная программа для детей-инвалидов, сирот, многодетных и приемных семей. Все, кого сегодня чествуют, уже через неделю сядут за школьные парты. В целом же на празднике 200 маленьких виновников торжества. Тех ребят, которые у нас не могут по состоянию здоровья прийти, например, на данное мероприятие, мы их поздравляем на дому. Мы всех охватываем мероприятиями, поздравлениями, многодетные семьи и семьи, особенно детки, которые у нас находятся сироты или находятся под опекой, у нас всегда на особом контроле. Самое приятное будущих первоклассников ждало в конце. Детям вручили подарки и угощения. Алина Чемерис, Максим Гусев, «События».